Это испытанный метод рассорить людей, любых людей, не только любовников, но и друзей, деловых партнеров, родственников. Ну, мало ли, между кем и кем вам выгодно будет испортить отношения. Их может быть больше, чем два человека, это может быть целая компания. Ну, просто вам понадобится немного больше сил. Этот метод принадлежит к древним, самым древним. Ему, наверное, тысячи лет. И такой метод есть, вероятно, ну, во всех культурах. Вам понадобится стол. Не надо, пожалуйста, спрашивать, можно ли стул там или что-то такое. Нет, вам нужен стол с четырьмя ножками. И нож, любой нож, в общем, даже и с пластмассовой ручкой, но она должна быть черного цвета. Если он не черный, замотайте черной изолентой или там подкоптите, покрасьте, неважно. Любой простой нож – это домашняя народная магия, поэтому все предметы простые из вашего обихода, и они после этого обряда в обиход и вернутся. Ничего специального тут нет. Домашняя магия простых домашних вещей очень сильна. Вам всего-то и нужно снять все с этого стола, перевернуть его ножками кверху. Ножик взять за лезвие. За лезвие. Ходить вокруг стола, стучать по ножкам. Стильно стучать. И говорить имена тех, кого вы хотите поссорить. И вот этот небольшой текст. Последите, что происходит с этими людьми потом. Если нужно довесить, довешивайте. Вот. Но метод совершенно беспроигрышный. После него отношения людей портятся. Наладить потом трудно.